В сборе принимают участие следователи, стаж работы которых менее 2 лет. Этой категории сотрудников в комитете уделяют особое внимание. В ведомстве функционирует система наставничества. Молодой специалист, только начинающий постигать тонкости профессии, без сомнения нуждается в советах, подсказках и опыте старших товарищей. Учебно-методические сборы – также хорошая площадка для переноса теоретических знаний в практическую плоскость, пусть и смоделированную. Сотрудникам предоставлена возможность задать любые вопросы, которые следуют и из их практической деятельности, с которой они уже сталкивались в территориальных подразделениях. И не касаясь даже каких-то пунктов или положений сбора, им будет представлена возможность задать инструкторам любой вопрос, который следует из их практической деятельности. Если что-то им не ясно, если что-то им непонятно, даже не касаясь плана учебно-методического мероприятия, наши инструктора всегда им помогут, расскажут, как себя вести в той или иной ситуации, на какие вопросы обратить особое или пристальное внимание при осмотре места происшествия по различной категории преступлений, и что надо сделать, так сказать, в неотложном порядке, прибыв на место происшествия, а какие следственные мероприятия проводить, уже закрепившись на основных следах происшествия. Письменное тестирование, многочисленные лекции, занятия с психологом, выставки оружия и военной техники – далеко не полный перечень мероприятий, которые проходят в рамках сбора. Это закрепление теории. Проверить ее на практике участникам тоже удалось. Осмотр места происшествия по уголовному делу об убийстве, а также после ДТП. Изучение функций и возможностей передвижной криминалистической лаборатории. Занятия по огневой подготовке. Каждая минута на счету. Предельная собранность и единая цель способствуют сплочению коллектива, что, к слову, тоже является моментом важным. Со всеми поддерживаются отношения, как бы дружеские. Если вдруг какая-то необходимая помощь в том или ином районном отделе следственного комитета, то всегда без вопросов обращаются. Всего в сборах принимают участие 40 следователей, из них трое – представительницы прекрасной половины человечества. Мария Сапко работает следователем меньше года. С выбором профессионального пути проблем не возникло. В семье Марии есть люди в погонах, и их пример оказался по-хорошему заразительным. Сборы, считает девушка, отличная возможность приобрести опыт и необходимые навыки. На самом деле много эмоций, эмоции разные, скажем так. Вот. Вообще приобретение каких-то опыта, навыков, так как стаж работы не такой уж продолжительный, каких-то знаний, которые еще пригодятся на практике. Кстати, в текущем году сбор имеет не только обучающую направленность. Молодые сотрудники ведомства являются участниками регионального этапа конкурса профессионального мастерства. По итогам последнего определятся представители Брещины, которые отправятся отстаивать честь области на республиканском уровне. Анастасия Стропко, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.